Я тут что вижу. Тут вот меню. Тоже всякие, ну, масса каких-то настроек. Взлетает он по кнопке взлететь, а садится он тоже по кнопке сесть, соответственно. Есть еще кнопка выключения моторов, но не очень понятно. Он просто врубает моторы на лид-мод, работа камеры. Может, номера на меня направить. Соответственно, здесь переключается на камеру нижнюю, можете наши ноги посмотреть. Ну вот он, как-то так летит, снимает, что снизу, можно в полете переключиться и смотреть. Вот здесь сбоку показывается то, что снизу, а на большом экране показывается то, что впереди. Приложение бесплатно в Apple Store доступно.